Уважаемые коллеги, сегодня на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Орехово Борисова Южная присутствует 8 депутатов. Отсутствуют депутаты Нефетова и Ткач. Необходимый кворум для открытия заседания Совета депутатов имеется. Предлагаю начать работу Совета депутатов. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Решение принято единогласно. Заседание Совета депутатов объявляю открытым. Уважаемые коллеги, на заседании сегодня присутствует Козельская Валентина Дмитриевна, глава управления района Орехово Борисова Южная города Москвы, Белецкий Денис Александрович, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово Борисова Южная города Москвы, Лев Вера Ивановна, первый заместитель главы управления района Орехово Борисова Южная города Москвы. Уважаемые коллеги, вам представлены повестки дня за замечания, дополнения, предложения по повестке. Прошу голосовать. Кто за? Против? Придержался. Решение принято единогласно.